Видео по заказу iPhone 11 Pro на 256 гигабайт. Так, задняя крышка выглядит так. Здесь вот какие-то, не знаю, под ней пятна или что это, не пойму. Есть. Сам корпус так здесь выглядит. Потертости даже не вижу на нем. Слабая только если. Так, сам телефон у нас. Ну, iCloud нет. Трутон есть. Батарея здесь не оригинальная, поменяли на какую-то китайскую, не знаю. Или как бы состояние аккумулятора мы не посмотрим. Face ID. Сейчас проверим, работает, не работает. Все работает. Так, сейчас я к программе подключу его. Заодно зарядку проверю. А, так, не хочет что-то. Может, мне кабель уже, не знаю, давно не пользовался, ладно. Так, тогда по камерам здесь работает зум, работает, все в порядке. И фронтальная тоже работает. Зарядка идет, Wi-Fi там все это работает. Единственное, что косяк это вот с батареей. Что не оригинальное. Сейчас модуль связи проверим. Тоже работает. Ну, в принципе, самое основное, я думаю, показал. На этом все.